Как? Спрятаться? Как же это жестоко! Вы должны мне помочь, умоляю. Хорошо. 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 Бутылку подставь, сынок. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. На шифте, я бегу на шифте, я нажал на шифт. Старый конвейер. Здорово, меня зовут Хаунт, мы продолжаем проходить игрушку под названием Beyond the Steel Sky. Мы с вами закончили на том, что мы ходили, убирали мусор, убирали говно, которое осталось после того, что мы с вами нахулиганили. Вот. И, собственно, зачем мы это все делаем? Зачем мы хулиганим и зачем мы за собой же и убираем? А нужно нам для того, чтобы встретиться с девушкой. А девушка-то нам поможет пройти дальше по сюжетной линии. В общем, продолжаем. Робот, убирай. Это мой лучший друг Джови, напоминаю. Кто это такой и как мы с ним познакомились, смотрите в прошлой серии. Там все было очень интересно. И, собственно, вот. Мой друг, он сейчас робот-пылесос. Он пытается убрать все это дерьмо. А я пойду... Ты уберешь? Джови! Убирай, пожалуйста. Я пойду посмотрю, что за флажок и почему он валяется. А ну-ка. Осмотри. Упавшие флажки окончательно вывели Ти из себя. Ти — это, по-моему, летающая хрень, машина. А ну-ка. Вообще не разговаривают. Ну как, нравится, что мы сделали с этим местом? Проще сказать, чего вы ничего не сделали? Только взяли на флажки. Флажки, бла-бла-бла, ты совсем не обращаешь внимания на меня. Прости, ты что-то сказал? Ага. Просто Джоуи унижают, за что? За что малого унижать? Он классный пацан. Да, он робот, и чё? По-моему, он клёвый. Разве тебе так не кажется? Джоуи очень клёвый робот. Джоуи, дай покажем твоему дедроиду, насколько ты талантлив. Займись флажками. С удовольствием. А ну-ка. Знаешь, Фостер, мне кажется, я начинаю понимать. Ой. Знаешь, Фостер, мне кажется, я начинаю понимать. А что происходит? Что у вас происходит? У меня раздвоение личности происходит. Биполярочка. Что у вас происходит? А можно пропустить, пожалуйста, быстренько диалог? Можно как-нибудь это все пропустить? Это же вообще бред. Команда уборщиков, которую мы не дали. Короче, все, забей. Они еще будут друг другу диалоги ломать и все так далее и тому подобного. Ну да, посмотрим. My strategy had worked all the same. Just the person I wanted to see. Угу. И он у меня сейчас парень будет пытаться у него пропуск выпросить. Повезло, что эта девушка нас заметила, то, что мы насрали. Я спустился, чтобы поискать вас. Вы решили привлечь меня тем, что подожгли дроида? Тут мне просто повезло. Уверена, что Тей разберется с этим в кратчайшие сроки. А мне пора возвращаться к делам. Конечно. Слушайте, пока вы не ушли. Я надеялся, что вы можете дать мне доступ к центру переработки на верхнем уровне. Индекс Е1594. На промышленном уровне. Боюсь, в этот район нельзя попасть без путевого пропуска. Я знаю. Скажите, вы можете мне выдать пропуск? А зачем вы туда хотите попасть? Этот район опасен для граждан. Дело в пропавшем ребенке, о котором я говорил. Я нашел кое-какие улики, и вот... А о таком лучше сообщить в соответствующее министерство. Я попробовал, но никому нет дела. Не знаю, все это как-то... Вы должны мне помочь, умоляю. Хорошо. Я обеспечу вам путевой пропуск. Но будьте осторожны. Понял. Спасибо, Арана. Вот. Мне нужно возвращаться к работе. Помните про улыбку. Улыбка — это важно. Подчинение робота! Джоуи! Меня ждал центр переработки. Дуг... Забери плату его. Офигеть! Не волнуйся, я помогу. Спасибо. Куда смотреть? Слишком много скобочек у меня появилось. Так, плату я забрал. Ну, корпус горел. Что с ним делать, я хз. Возможно, мне стоит взломать какого-то другого робота. Или что-то еще. Нет, этого я взломать не буду. А я бы взломал с удовольствием вот этого вот огромного летающего хрень.
Ему бы вставил плату, и все, у меня бы Джоуи был красивой девушкой. Вот дела, да? Из робота-пылесоса превратиться в красивую летающую девушку. Ну-ка, вещи. Нельзя, лол. Хорошо. Слушай, а что мне с этим пацаном делать? Дроид загорелся, став объектом повышенной опасности. Ладно. Ну пошли тогда в центр переработки. Спасибо Джоуи за все, что он сделал, конечно, в этом квесте. Он был невероятно крутым. Я не могу подобрать слов. Мне не хватает словарного запаса, чтобы что-то сказать такого прям клёвого. Прям прилагательных нужно много. Центр переработки. Я погуляю в своем зеленом костюме. В костюме фонаря. Да, я туда хочу. Да вас ни один пассажир не просил меня о такой поездке. И чё? Спасибо, что держишь меня в курсе. Я хочу туда. Это место очень нужно мне. Мне нужно собрать робота по новой. И я уверен, что именно там будет какой-то корпус для моего малыша. Ух ты как. Какой-то прям завод Сити. Все такое ржавое, грязное. Центр переработки находился высоко, на промышленном уровне города. Здесь было грязно, шумно. Ну да, как уже и говорилось, то что чем выше, тем хуже. Наверху находится вся грязь, чтобы она все уходила в космос, как я понимаю, а внизу вся цивилизация. Если я не ошибаюсь, насчет маячка, Лита можно было найти где-то тут. Но что-то они с Грэмом сделали в подобном месте. Ну, Грэм отвечал за комфорт, поэтому Грэм мог бы тут убираться, наверное, а Лит, ну, типа, его кореш. И поэтому как-то так получилось, что они вдвоем тут были. Это же логично, да? Ну, типа, вдвоем. Один из комфорта, другой его друг. И, ну, типа, друзья работают вместе. Тут ничего нет. Давай сюда сходим. Тут красивые пейзажи. О, здрасте! Джоуи, я ношу тебе корпус. Это запретная зона. Вам здесь не место. Похоже на процессор. Дроид с электрошокером. Опа, это страшно. Дроид с электрошокером — это всегда страшно. Поэтому подходить к нему не будем. Давай спустимся вниз, тут очень много ступенек было. Очень много обходных путей, через которые мы с вами можем зайти. Снизу, сверху, справа, слева, везде. Хоть по вентиляции, хоть по лифту. А с мусор? Кое-где среди мусора виднелись символы Азио Сити. Папа, что такое Азио Сити? Это что-то крутое? А! Ты кто такой? Эй! Привет! А что такая реакция запоздала? Знаешь, тебя напугали? Что тебе надо? Ты из полиции? Нет, я ищу парня по имени Лит. Но ты его нашел. Звать Литом. Занимаюсь техникой. Техническим сбытом. Чем могу помочь? Дело в том, что моего друга... Его зовут Грэм. Кажется, ты с ним знаком. Мне нужна кое-какая информация. Чё за информация? Мне надо знать, что он тут делал. Слушай, приятель, я имя-то свое едва помню. Я всяких Томов, Диков и Грэмов, что тут ходит, я не помню и подавно. Надо глянуть в записи. Ага. Вот только... голова. Чё с тобой? Ты дурачок? Да башка раскалывается, у меня лекарство. Твое лекарство? Ага, мое целебное самогон. Он вон там, в другом здании. Вот, возьми. И наполни до краев. А потом тащи сюда. Окей. И тогда ты глянешь записи. Гляну. Поверь. Поверь на слово, дружище. Мы заключили негласную сделку. Лид нужен был самогон, а мне информация. Ну, в другом углу здания. Консоль управления дробилкой. Выключай. Я выключил. Нахулиганил. Нахулиганил, азаза. Вещи. Ломиком. Да ладно. Что ж, это нарушило работу. Люблю ставить палки, тут, точнее, ломки в колеса. Водила. А нафига я его слил так? Так, стоп. Я, по-моему, очень сильно отвлекся. Мне нужно понять, где здесь самогон. Потому что сколько тут бегал, мне сказали в какой-то другой конец здания идти. Отправляйтесь в другое здание. Центр переработки. В другое... не в конце здания, а в другом здании. В целом, в другом. Спрятаться? Ого.
Это начинается какой-то Hitman уже, ребят. Если вы играли в Hitman, то вы поймете, о чем я говорю. Посмотреть. Ну да, старый ржавый шкафчик. Единорог. Взять. Я возьму единорожка, пожалуйста. Приятель, лучше не лопай. Если тебе нужны неприятности. Как он? Сердитый, посмотрите на этого Лита. Офигеть, он такой сердитый. Жесть. И что сразу? Нет, не дам. Моя. Мне нужно другое здание, чтобы забрать самогон. А там стоит робот с шокером. И что мне делать? Как вариант, конечно, взламывать его, но хз. Эй, не бей! Нужно было придумать, как попасть. Все хорошо, я отойду. Отойди, пожалуйста. Ты не пройдешь. Это отсылка к этому. Кластелину колец. Поговорит она с ним. А, обшарпанный охранник дроид. Вооружен грозным шокером. Но он не взламывался. Вот в чем проблема. Если вставить палку в колесный механизм, это может привлечь внимание дроида. Ага. То есть теперь надо его включить просто и все? А я бегу, главное, что-то осматриваюсь, ищу какие-то проходы. Лента конвейера дернулась. Но тут уже глухо. Вот. Сейчас придет робот, чтобы разобраться с этим. Окей. Игра начала лагать, странно. Это либо потому, что надо обновить ее, либо... Я вам покажу! А больно! Все, я умер? Я первый раз умер. Вот дела. Я понял! Показываю один раз, как нужно проходить, смотри. Мы же уже это сами отрабатывали. Я понял все. Все, смотри. Смотри. Опа. Вещи. Использовать. Вставляем лобик. Опа. Теперь мы с вами идем сюда. Нажимаем включить. И после этой кнопки убегаем в шкаф. Главное, знаешь, мне нравится? Лид сидит там за столом. Его вообще насрать. Что-то там орёт. Что-то сломано. Что-то там еще происходит. А он сидит за столом. Ему плохо. Ему нужно лекарство. А ну-ка. Меня это пугает. Он вроде бы отошел. Теперь я могу свалить, да? Ой-ой. Ой-ой-ой. Как? Я же побежал! Опять умер. Я опять умер. Интересно. А у меня тут есть какое-то, типа, количество здоровья? Количество там очков каких-то? Ну, блин, я же побежал. Ну, я же правильно сделал, ты мне скажи. Я все делал правильно? Вставил, вылез из шкафа, побежал. То было не так, я хз. Вещи. Использовать. Надо побежать будет, прям на шифте. Вышел из шкафа и беги, просто шифт, 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 шифт. Просто лететь на всей скорости. Так, стоп, рано осматриваться. Включай. Все, сломалось. Заходи в шкаф. Спрятаться. Ждем этого дурачка. Как только он поедет туда, то есть он сначала все сканирует, потом пролетает мимо нас второй раз, и тогда мы выходим. Смотри, я готов нажать на стрелочку. О, он сканирует. Сканирует. Улетает. Возвращается, все, уходим, уходим, уходим. Давай, 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 без анимации, братан. Без анимации, можно без анимации? Хоп, 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 хоп. На шифте, я бегу на шифте, я нажал на шифт. Я не знаю, что... Может, надо было его ударить или что? Или взломать? Не понимаю. Пока не понимаю. Мне нужна подсказка. Остановите дробилку и вставьте ломик 6. О, подсказки беды с башкой. Какие-то я хз. У подсказки, видимо, все плохо. Может, надо что-то с этой штукой как-то передергать ее, я хз. Типа включить, выключить, включить, выключить. Ну я хз, честно говорю.
Остановите дробилку. Запустите дробилку, чтобы сработала сигнализация. Так я это все делаю, ну боже! Подсказки, ты такие примитивные, просто жесть. Подсказки просто тупейшие. А может не выйти, когда он меня отсканирует? Слышь? Слышь? Ну все, я выхожу. Опа! Опа! Ну все, по идее я должен успеть убежать. По идее, да? Смотри, надо его походу бить. Это потому что как бы я не торопился убежать, как бы я что-нибудь не пытался сделать, он постоянно стоит и хочет меня убить. У него на этой ступеньке стоит триггер. Значит, мне 100% нужно его убрать. Убрать, к сожалению, в плохом смысле. Ладно. Ладно, хорошо. 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 Найдите, где спрятаться. Подсказки. Подсказки. Это что-то с чем-то. Подсказки, это что-то с чем-то. Как же это жестоко! А, он застрял! Так это хорошо. Ладно, хоть он застрял, я думал, все прям... Его всего прям раскидает по частям. Это было бы слишком жестоко. Пойдем. Но раз он застрял... Прикинь, я подхожу к лестнице, опять триггер срабатывает. Это было бы жесть, это была бы бомба. Ну все, робот застрял. Надеюсь, он скулить не будет, там типа... Ааа, помогите! Алита вообще насрать. Алита там сидит у себя за столом. Самогонщиком пустым балуется, а данную бутылку говорит: метнись мне за лекарство. Ха-ха-ха. За лекарство. Ну я-то человек такой, человек труда. Чтобы у меня были результаты, мне нужно принести ему самогон. Поэтому я пошел за самогоном. Травлю человека, чтобы получить информацию. Представляешь, да, как у нас много, насколько все серьезно. Открывай. Ящик заржавел, не открывался. Так, для этого у нас есть монтировка. Пок, шик-шик-шик. Ну, типа того, да, только текстурки лишние торчат, но ничего страшного. Врубай. Я хз, что это, но врубай. Просто я вижу любую хрень, нажимаю выключить. Или включить. Опа. Наверное, что-то полезно сработало, хз. Газовый вентиль, повернуть. Я даже не буду нажимать кнопку смотреть. Дрищ. Ой, дрищ. Понимаю. Оп, в карман. Хорош. Рукоять была давным-давно сломана. Так, я не мог что-то сделать. Классная планета впереди. Этот город, я тебе говорю, он сделан как Diamond City. Просто вокруг все уничтожено. Разруха, грязь, куски бетона, металлов, перестрелки. Там роботы гонят разобранные, собранные. И все люди всех видов. Гуляют там убийцы, рейдеры, мирные, караваны. А у нас парень живет в городе, где все чики-бомбони. Поднимайся давай наверх. Я думал, надо будет нажимать на W, как знаешь, в GTA, чтобы поднялся персонаж. Все, поднялся, хорош. Тут вывеска, видимо. Здесь что? Посмотреть. Старая вывеска с якорем переживала не лучшие времена. Якорь держался на одном кабеле. Якорь держался на нечестном слове. А нафига мне ломать? Я не хочу ломать. Я просунул ломик под кабель, чтобы... Хоть и не представлял, чего этим добьюсь. Ну, типа... Ну, вообще, по факту, ты ничего с ним не сможешь сделать. Ну, так, если тебе честно говорить, честно признаваться, то я хз, зачем мы сюда поднялись вообще? Нам нужно было в какое-то другое здание попасть. Ну-ка. Самогонный аппарат можно найти в котельной. А где котельная находится? Ну давай спустимся. Видимо, я не туда пошел. Надо было вообще изначально не туда идти. Ладно. Хорошо, допустим. Че, серьезно не туда бежал, да? Это будет вообще ржака. Надо было идти направо, а я пошел налево. Вот как я должен был угадать? Как я, обычный человек, должен был это угадать? То, что... Тут дверь находится. Меня окатило жаром и запахом горячего пластика. Помещение освещала работающая печь с трубами, которые были выведены на крышу.
Но я там был уже на крыше, я там все уже знаю, как все работает. Мне нужно узнать, где у вас тут самогонный аппарат. Вот он, наверное. Да? Это самогонный аппарат? А ну-ка, включай. Чпок. Мимо льется! Мимо льется, дурак, подставляй бутылку! А бутылку-то нельзя подставить, да? Не стоит тратить ценный самогон. Так ты бутылку подставь. Вот, используй. Бутылку подставь, сынок. Спасибо. Ты бы хоть ровнее ее ставил, чтобы налить. Нормально, да, хватает? Полная? Я наполню бутылку до краев, в надежде, что она убедит Лита мне помочь. Наверное, чувак. Наверное. Пойдем дальше, погуляем. Может, еще что можем забрать, спереть. Печь. В печи бушевало пламя. Ну, возможно, это пламя что-то дозначит. Оно ж не может пламя просто так взять и загореться, правильно? Я бы вот с удовольствием робота какого-нибудь нашел. Как голова? Это царапина. Это вы виноваты. Я вам покажу. Ты застрял в промышленной дробилке. Я неуязвим. Нет, ты сломан. Его стойкость была достойна восхищения. Но он, дурачок, сломался. Ладно. С ним разговаривать вот так не стоит, знаешь, на расстоянии. На большом расстоянии, чтобы до меня дойти было время. Это хорошо, я молодец. Интересно, если вот в этот самогонный аппарат вылить бутылку Пепси, вот этой нашего Спанклс, или как он называется, что-нибудь полезное бы было из этого? Или меня бы потом все хейтили? Белая доска? Что за белая доска? Подождите, сейчас я обойду и посмотрю. Ну-ка. Очевидно, идущий по трубам газ служил топливом для... Да. Кроме самогонного аппарата и интересного диалога с дроидом, ничего не было. А, к сожалению, дроида я не могу взломать и перепрошить, как мы это сделали с пылесосом. Так бы я с удовольствием взял плату, воткнул бы этого дроида, и прикинь, у меня был Джоуи, который бьет всех шокером. Джоуи, который просто неуязвим. Это был бы самый имбовый в мире Джоуи. Алло, Лид, здорово. Вставай давай, старик. Ну? Ну, а где диалог с ним? Привет, Лид. А что? Прости. Что-то я ушел в себя. Я его раздобыл. Считай, тебе повезло. Я знал, что ты тот старый дроид ни на что не годен. Он больше тебя не побеспокоит. Молодчина. Давай сюда бутылку. Ой, беда. Так, что ты хотел узнать? Боюсь, у меня дурные вести о нашем общем друге Грэмми Гранди. Да? Это какие? Ну? Он сдох. Сдох? Да капец. Печально. Славный был парень. Славный. Вроде да. Теперь его паспорт у меня. Вот как? И как он работает? Так себе. Я столкнулся с какими-то неполадками. Тогда ты пришел по адресу. У меня какие-то неполадки с Ю-чипом. Ты поможешь? Конечно, это моя работа. На паспорте Грэма стоит странная метка тревоги. Может, поэтому я не могу открыть его сообщение? При просканировании Ю-чипа постоянно возникает ошибка. Ко мне прицепился куратор из благополучия и выясняет, в чем дело. Да ладно! И ты пришел сюда? Ты в курсе, что тебя запросто можно отследить? Наверное. Метку надо убирать! Немедленно! Из-за этого всего мое дело может накрыться. Ладно. Скажи, что тебе надо сделать. Скорее клади руку на стол. Живее. Быстрее. Ну-ка. Сразу кладем, не спрашиваем ничего. Ты крыс? Чтоб ты не сбежал, простачок. Зачем тебе тесак, урод? А сам как думаешь? Еще один чип за продажу. А сними два пальца в коллекцию. Не дергайся, пока я работаю своими пальчиками. Надо было что-то придумать. Так, вынимай монтировку, ударь его. Возьми. О, хорош! Прикинь, была бы рыба. Простачок! Никто не прикладывал пальца Джимми, пока что. А пальцастого Джимми.
Капец! Значит, ты не Лид. Я им не звался. Звался. Ты психопат. Должно быть у меня хобби. Почему бы и не собирать марки? Приятель, меня зовут Пальцастый, а не Мрачный Джим. Морочный. Пальцы? Ты охотишься за пальцами? И за ючипами. Но в основном за пальцами. А нафига они тебе нужны? Просто собираю. Мне нравится их одобрение. А, точно забыл. Ты же псих. Говори, где найти Лита? Настоящего Лита. Он прячется. Там, где жарковато даже для таких, как ты. Клуб называется... Адское пламя. Хватит загадок, Джимми. После этого Джимми вырубился. Похоже, настоящего Лита мне придется искать самому. Да. Так, поговори. А если мы его добьем? Да. Добить не получится, ну и хрен с ним. Ладно. Давай заберем тогда единорога. Забирай. Опа! Воздух заполнял странный запах миндаля. Я понял, что единорог был сделан из пластичной взрывчатки. Хо-хо. Так, рыбу, трогать не будем. Тесак! Забирай. Тесак — это хорошее оружие. Прикинь, на меня такие дроиды нападают, а я беру тесак и... Тупо один парень отбивается от целой роботы, от целой армады роботов с помощью тесака. Здорово. Дроид перестал быть опасен. Опасным. А я смогу его отключить, нет? А почему дроиды не засасывают? Не понимаю. Старый конвейер... Вот так вот и погибают юные заводчане. Оказывается, это можно умереть. Нифига себе. Хорошо, я это запомню надолго. Что так можно умереть? Какая у меня задача? Парень, сказавший Литым. Перед отключкой Джимми успел произнести два слова. Адское пламя. Но адское пламя было... Там. Ой, таймер что говорит? Таймер говорит все. Таймер говорит нам о том, что выпуск должен кончаться. Но единственное адское пламя, которое я видел, это было в котельной. Наверное, что-то говорил про это. Наверное. Давай заглянем. Здорово. Здорово. Возможно, где-то стоит что-то поднажимать. Где-то что-то стоит потыкать, но я думаю, мы этим всем должны заняться в следующем выпуске, потому что... Ну-ка, потому что вещи. Сосиски. Хоть это и позволяло убить все бактерии в Миниэс, вкус сарделек было уже не исправить. А, то есть тут я уже не могу умереть, понятно. Хорошо, понятно. Хорошо, понятно. Умная слишком игра. Ладно. Что я с вами заболтался уже, надо заканчивать. Ставь лайк, подписывайся на канал. Переходи по ссылкам, которые находятся в описании под видео, там делай то же самое. Подписку и лайки. Всем всего хорошего, всем пока.